Машина! Так, смотрим. Ты запусти, попробуй, посмотри. У меня, ты когда заходил у меня на стрим, там нормальная картинка, качественно? Да, да, нормально. Ага, звука игры нет, нахуй. А как так бывает, блядь? Там у тебя этот... Микрофон. Там в сами настройки, походу, надо зайти. Микрофона. Настройки микрофона? Да, как в ОБС, и там самом там... У тебя... Сколько у тебя выходов? Ну, спасать и корабль, и дружину. Все потоки вроде сделать. Да, там, ну, потоки, ну. Так, аудио. Блин, ну что за косой ковяк? Авальц нас так и кишит людьми, Кьёт. Стреляя в руку... У главных ворот... Меня могут заметить. Здесь лучше вести себя тихо. Играя с кем-то, блядь, не можешь вообще. Люди должны быть там. В крыше где-то должна быть брешь. Заперли с той стороны. Видимо, заперто с той стороны. Эй, что мне делать? Huh.
Да не, зайка, сейчас я тебе перезвоню. А? Да я. Выходим. Будешь дергаться и попаду по шее. Будет неприятно. А я рад напоследок устроить тебе неприятности. Чё надо, получается, блять. Опа. Жалкий трус. Максимум меня. В Ютубе смотри там. Топор. Я ничего тебе не должен. Весь твой клан, треллы да пахари. Сколько у тебя там выходов, входов, микрофонов, сколько колонок? Эй, ты! Положи свой топор или умри. Ты же должна плыть в Ирландию на корабле с рабами. Так-то но если хочешь нахуй стать первой жертвой, Один будет только рад тебя принять. Ты сам виноват, Эрги. Я ебану, прилепил. Ну все, хватит! Я продам тебя в рабство, Хель. На колени, и я пощажу тебя. Замолчи и дерись! Так, ладно. Сдохни, мешок дерьма! Нахуй, сейчас наскочку приебашу его, блядь, встал. Умри. Куда я? Что ты бы? Я бы сбоку поставил. Сколько должна? Справа, слева, отец, снизу. Обычно сверху ставить. Не стоило тебе выпускать этот топор из рук. Как? Или посередину, слева, посередине, как, слева, да, справа. Если я сдамся, ты пощадишь их? Нет. Возьми свой топор. Нет, Варин. Убейте всех! Варин! Нет. The fuck? Не, мне надо будет на этот. На этот тебя поставить. Бум. Пусть знает. Откуда я звук слышу, блядь? А сколько у тебя там этот... наушники и колонки? Развяжи нас! Что? Не-не-не. А, да, сейчас. Да главный бой, сестра Волка. Спасибо. Хоть ты и слегка потеряла голову. Слушайте, вы можете сражаться. Так давайте вернем корабль. Нас не нужно просить дважды. Пустите меня, пожалуйста. Нет. Чё у меня он не ваншотит? Да хуй тебя знает, Макс. Ну, хули, блядь, у меня, конечно.
тебя 42. Вчера аудио, вот вверху вот это черт. Да, у меня вообще не было. Я просто... Что я наделал? Алло! Алло! Сдохни! Почти догнал! Я стримил звука нет. Нормально все. Нахуй сбоку сижу, короче. Не, блядь. Где ты падаешь? Падаешь. Мало что делает, блядь. Вы викинги смотрели вы? Сериал. Да. Так это игра Вальхалла, это по викингам сатана. Не знаю, не, возможно. Да-да, по викингам. Ну давайте, кто там? Вперед! Быстрее! Быстрее, сука! Стрелы есть? А в натуре стрелы есть. Добавлять. Так, браги! На весла! Путь китов зовет нас домой. О боги, давно вперед. Пора. Молчи и начинай грести. Ты виновата, и тебе нечего сказать? Мы не понесли потерь в бою, а наши враги заплатили жизнью за дерзость. Что еще говорить? Ну, например, тормозишь, я была глупа, безрассудна, упряма и слепа. А еще я пахну кровью и дерьмом. Я сказала лучше, чем ты. Надо сейчас поиграть, посмотреть по звуку. Когда это я просто сидел, играл, блядь, там звук было почти на минуту. Я было слышно, а если я, блядь, нахуй. Так вы, блядь, стрим подруги, там у меня звук пиздец, блядь. Вгрызаются в любые клочки земли, как псы в кость. Самого ВС просто. Ходи, не берешь. Средние какие? Это вот где вот этот микшер аудио? Барус, пускай! Да, вот это меня. В чем дело? А? Да? Что именно там? Вот. Справа от источников. Микшер аудио. Да, да, да. Прекрати. Вот здесь, ну, там да, у тебя сверху микрофон, снизу этот, громкость. А,
Вон там, эй, ты просто на них прекрати. Ключик свойства жмешь там и смотришь. Ты что делаешь? Понятно. Вперед, волки! Нам пора на корабль! Сейчас ограбить надо. Сказал, что он переименовал. Хотел тоже сейчас запустить, да? Что-то посмотрел на телефоне, это интернет это 142 мегабайта осталось в трафике. А еще 10 дней надо. Не воруй. Сдохни! Все, хватит вам стрелять по ним. Больше паруса! И будет сильнее, чем прежде. Не удивлюсь. Эту войну ведет уже третье поколение. Вряд ли Кьотви сдастся так просто. Твоя ненависть пылает жарче костра. Так, что может согреть мне яйца? Я. Исцеление кожи? Будь осторожен. Ненависть может ослепить тебя. Он убил многих из нас, не только твоего отца. Ты не одна в этой битве. Тут же еще удвоение же это идет. Или два же. Assassin's Creed Valhalla. Стюр Бьорн будет недоволен, что ты его ослушалась. Разумеется. И тебя это не беспокоит? Меня беспокоит только одно. Он слишком поздно поймет, что я права. А что Сигурд? Что сказал бы он? Будь Сигурд здесь, он бы сейчас вытирал кровь с топора и улыбался, подставив лицо ветру. И что ты скажешь нашему конунгу о случившемся? Скажу правду. Мы напали на крепость Кьотви, убили его людей и ослабили его власть. А то, что ты чуть не потеряла своих людей, а сама едва не угодила в рабство, это войдет в твою сам? Скальд, который отважится спеть об этом, замолчит навеки.
Кормилица воронов вернулась. И даже живая. Мы думали, что потеряли тебя. Навсегда. Ты всегда тепло встречаешь меня. Ты неважно выглядишь. Что случилось? Достаточно сказать, что люди, которые задержали нас, мертвы. А ты как? Хорошо. Хотя, признаюсь, я весьма утомилась, успокаивая Конунга. Он тобой недоволен. Я так и думала. А Сигурд? Он вернулся после набегов? Должен вернуться сегодня. По последним вестям он где-то у Ставангера. Рада слышать. Нам нужна его храбрость. Сигурд не спасет тебя от гнева своего отца. Ты еще не поняла? Набег прошел не слишком гладко? Они редко проходят гладко. Но мы убили много людей Кьотви. И среди мертвых тел я нашла топор отца. О, после стольких лет отнеси его Гуннару. Топор нужно наточить. Так и сделаю. Но сначала к Конунгу. Не советую идти сейчас. Он беседует с посланником с севера. Подожду. Ты сама не своя. Что-то не так? Я не видела топор отца 17 зим. Во мне что-то пробудилось. Впервые с того дня, когда отца убили. С того дня, как я получила этот шрам. Скорбная память горька. О бедах, о боли. Поговорю с Валкой. Она поможет мне понять мои чувства. Не торопи себя, не спеши. Встретимся в длинном доме. Ты уже не та, что прежде. Как и этот топор. Может, Гуннар поможет и тут? Как узнаю, скажу. Как это открывается меню навыков-то? Тип узлов применения очков навыков. Только улучшить боевые навыки. А, окей. Ну. Окей. Ближний бой. Уровень ближнего боя плюс 2.3. Дальний бой. Скрытность. Бой. Устойчивость. Ближний бой. Вон от... Девочка. Знание. Он к себе раз. Он третий. Сыграть в Warlock. Не. Не можешь. Эйвор! Эйвор! С возвращением! Гуннар!
Хочу показать тебе кое-что. Во имя Тора! Топор твоего отца! Я не видел его с тех пор, как... долгое время. Я выковал его давно. Еще хорош. Один из лучших, что я сделал. Да, хорош. Но лезвие затупилось. Можешь заточить? Могу сделать острее и укрепить рукоять. Тебе повезло. У меня остался лишний слиток. Точно лишний? Судьба велит помочь тебе. Но впредь приноси мне слитки сама. Я не могу делать их из воздуха. А значит, типа, мне надо будет искать для него слитки? Делитель снаряжения. Слитки в пульт. Армук. И тут. Как-нибудь закрыть. Это... Все сделано. Что-нибудь еще? Что-нибудь еще? Пока это все. Приходи еще. Должно быть, они закончили. Если у тебя остались дела, лучше сперва закончи их. Я купил делюкс-версию, ебать. Дай ему время. Можно поговорить с Валкой. Тогда мне станет легче. Да, Конунг никуда не уйдет. Мне весь день не везет. Ха, Орлок. Да, Орлок. Сыграем? Давай начнем. О, сразу к делу. Пусть победит лучший. Дополнительные элементы разблокировал в игру, добавлены здания, путь берсерка. Возможно... А, ну да, все. Так. Орлок — игра, в ходе которой два игрока бросают кости, используют дары богов. Победит тот, кто первый запас здоровья против... Да? В каждом раунде три этапа. Первый бросок костей, игроки бросают разные стороны костей. Он блокирует. То есть ли он с помощью которых может этап дары богов. И могут делать подношения, чтобы получить дары богов, дающие благословения, которые могут повлиять на итог раунда и даже игры. Эти этапы вроде действуют эффекты костей, наносится или блокируется урон, даются жетоны, игра продолжается, пока один богов не нулит запас здоровья другого. Орел или решка? Бросок монеты определяет, кто будет. Окей. Орел, детка. Что это? Вас противник бросает, да? Окей. Это бросок костей. В начале каждого раунда вы с противником по очереди бросаете кости. Допускается бросить кости 3 раза между бросками. Можно выбрать, какие кости оставить, а какие перебросить. Окей. Бросить кости. Так, стороны костей. Урон. Урон украдет. Дает. Мне нужен урон. Выберите, какие кости вы хотите оставить и подтвердить свой выбор. Так, у него воровство и... Что это?
Блок. Весь блок воровство. Это урон. А урона? Блок сделаем. Что за призывай-то пошли? Интересно. Просить кости. Окей. О, воровство идет. Лок. Окей. Что? Правильно играю, я надеюсь. Так. Атака, атака. Спасибо. Да, противостояние. Да, противостояние. На этом этапе эффекта костей действует в следующем порядке. Каждая кость... Типа, что? Окей, каждая дает один жетон. Далее действует... Это или это, и относится не разблокированный урон, который в этом раунде первый бросал кости, первым наносит урон. Для этого каждая кость украдет один жетон у противника. Ага, значит, мне надо воровать жетоны больше всего. Я понял. Я продолжу. Блок. Ага. Бля, интересно. А он что-то у меня жетонов побольше забрал. Да, бросок костей. Значит, мне воровать надо, чешо. Сразу. В этом этапе вы можете использовать дар богов. Дары богов вступают в действие в порядке приоритета. Перед тем, как пользоваться даром богов, нужно потратить жетоны под наш. Большая часть даров действует после того, как оба игрока сделают свой выбор перед переходом к этапу против. Недостаточно жетонов. Подношение в тот момент, когда выбранный дар богов должен подействовать, я буду использовать. Выберите, какой дар богов вы хотите использовать или пропустить. Сторон. Бля, он выигрывает меня. Опа. А, он 3 у меня украл, ебать. Ебать, я лох. Хватает стонов. Там бросок костей. Ого! Бросить кости. Алена! Блять, я сделал, короче. Пацаны, вы тут? Мы тут. Я сделал, блять, как захватить через этот. Ну, через игру, захват игры. Ну, я сделал. А, хорош. Я просто нахуй зашел в ПБ, включил оконный режим ПБ, блять. Захватил через окно и потом обратно вернул нахуй полноэкранный, блять, и он остался, типа. Mm-hmm. Yes.
блять, вообще. Так. Ник менять нахуй на ложку. Да, а где Макс заделся? Макс? Так, не знаю, он что-то крашнулся, походу. Кто он в игре? Не знаю. С ТС окрашнуло, может быть. Нет, ТС-ки тоже есть у него. Пошел, наверное. Только не так. Приоритет. А жетоны зачем воровать мне, я не понял. А, дар богов теперь работает. Да. Да, бросок. Окей. Его осталось 4. Значит, мне вот надо. Эти. Ах ты, сука. Дайте мне тоже что-то нормальное. Окей. Есть атаки, значит мне. Окей, у меня тоже все в атаке. Пизда тебе, бро. Ух! Конец жизни. А в чем прикол, типа, если я жетонов не выбиваю, то. Победа. Тебе просто повезло. Еще раз. На сегодня мне хватит. Мне хватит. Мне миссии надо делать. Все, в дом. Отлично. Была первая миссия. Вторая миссия. Окей. С кем-то поговорить надо. Мне пришел. Совершенствуешь мастерство, Альвис. А, Эйвор. Во всем Мидгарде лишь твои насмешки страшат меня. Ты научил меня слагать стихи, старый друг. И скоро я превзойду тебя в этом. Хочешь еще один урок? Поединок здесь и сейчас. Что скажешь? Тоже начнем. Я согласна. Я обычно ставлю несколько монет. Большинство любителей флютинга также любят делать ставки. Но сегодня без них. Я начну. Я готова. Точность рифм и размера — вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. И легко у соперника с плеч полетит голова. Нет. Рифма хороша, но многословие нарушает размер. Теперь поговорим о смысле. Скажем, флютинг — это живое сплетение слов. Не бездумная брань, поединок умов. Я скажу, что пуста у тебя голова. Я отвечу в свою, загляни-ка сперва. А, славный ответ. Я назвал тебя глупой, ты отразила выпад. Говорил об уме, твой ответ тоже был о нем. Если на ум приходит не один ответ, используй тот, что ближе по смыслу. Окей. Последний
Что ж, ступай, остроумием мир покори. Покажи всем огонь, что пылает внутри. Как хотел бы я знать, кем ты станешь теперь. Вот что. Я... Эй, алло. Блядь, думай на ходу, Эйвор. Молчать — это все равно, что покорно ждать удара. Тебе еще многому предстоит научиться, но я верю, что ты сможешь. Всегда рад помочь, если захочешь повторить. А в чем прикол вот этого всего? Спасибо, Альвис. Хочу убить кого-то. Дайте мне что-то сделать. Так. Подождите, утешение. Подождите. Что происходит? Так, Вельва живет в горах к северу от Кайнево. Эйвор очень рад ее. А кто? Вельва живет в горах. Подумаешь, что я... Эй, никто не хочет выпить со мной. Могу принести еще. На этом все? На этом все, хватит. И еще увидимся. Выпьем, друзья, и повеселим богов. Это... Ладно, Текла, я тебя перепью. Эй, его! Здравствуй, Альвис. Значит, мне эту миссию надо пройти. Попробуем еще раз? Да, может, в этот раз получится лучше. Я верю в тебя. Я согласна. Я обычно ставлю несколько монет. Большинство любителей флютинга также любят делать ставки. Но сегодня без них. Я начну. Я готова. Точность рифм и размера — вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. Скальдус логи считать не составит труда. Интересно. Ритм ты сохранила, но с рифмой не справилась. Теперь поговорим о смысле. Скажем, okay. Флютинг — это живое сплетение слов. Не бездумная брань, поединок умов. Я скажу, что пуста у тебя голова. Я отвечу в свою, загляни-ка сперва. А, славный ответ. Я назвал тебя глупой, ты отразила выпад. Говорил об уме, твой ответ тоже был о нем. Если на ум приходит не один ответ... Используй тот, что ближе по смыслу. Последний? Что ж, ступай, остроумием мир покори. Покажи всем огонь, что пылает внутри. Как хотел бы я знать, кем ты станешь теперь. Ученица тебя превзойдет, уж поверь. Прекрасно, да! Твой ответ разит наповал. Твой флютинг хорош и достоин похвал. Твой стих как топор и разит наповал. Спасибо, Альвис. Я запомню твой урок.
Харизма. Угу. Побеждаю во флютингах. А, типа играть что можно, деньги зарабатывать. Так, Бельва живет в горах. Свент, придумал новые рисунки? Да, есть чем похвастать. Что делать, бля? Дай-ка посмотреть. Смотри. Дуровки. Окей. Так, еще что-нибудь? Дай-ка посмотреть. Смотри. Доски. Найс. Тебе нужно что-то еще? Нет. До встречи, Свент. Ладно. Так, задание. Нет. Понял. Что это? Держи. А что здесь делать надо? Вторая рука? The fuck? Давайте миссии как-то делать. А. Посемейные. Эй! Не дашь ли совет, где здесь лучшая охота? Может, и дам. Только не хочу, чтоб неумехи распугали тут все зверье. Принеси мне 3 пары оленьих рогов. И, может быть, расскажу тебе кое-что. Достойный вызов. Я скоро вернусь. Так, подождите, этот...
Хантер, жизнь сурова, а? Рад тебя видеть. Присядь и сыграй. Расскажите что-нибудь. Вы наверняка еще не слышали о... Подожди. Придется нам грести. Что ты делаешь? Так, рассказывай дальше. Расскажи. Скажешь потом. Эльба живет в горах, север. Правильно делаю. Надеюсь, я иду на правильное место. Ха-ха!
Значит, Эйвент просто-напросто спит. Кое-что проясняется. Эйвент, проснись, иначе тебе грозит изгнание. Надо не спать. Они могут быть рядом. Что здесь такое? Не понял. Он что, ходит во сне? Они повсюду. Если мы погибнем, умрут все. Нельзя спать. Надо ждать их прихода. Эйвент, проснись! Ты сейчас упадешь! Он хочет спуститься по веревке? Будет буря. Что? Дурак? Эйвент, Эйвент, спокойно. Ты заснул. Нет. Я летел по воздуху. Причем во сне. Пробуждение не из приятных, но хоть жив остался. И давно ты бродишь во сне? С тех пор, как я здесь. Когда ложусь спать, тревожусь, что на нас нападут. А когда я в дозоре, сон берет свое. Только глупец может лишать себя отдыха. Ты не высыпаешься, одна тревога делу не поможет. В твоих словах звучит мудрость Одина, Эйвор. Подумаю над ними, когда лягу спать. Думай, когда ты в дозоре. А когда ляжешь спать, спи. Но сейчас вернись на заставу, пока еще не поздно. Иди. Еще и лошади. Бля, я запутался, народ, куда идти? Тут уже темно, блядь, становится.
Эльва живет. Окей. Вот. Бля, где это? Что? По сторонам смотри. О, мы сейчас тут там, ты север. Давай. Про это там, да? Правильно иду. Я найду гребень. Вот увидишь. Он должен быть где-то поблизости. Думаю, есть еще где поискать. Что ищут эти люди? Мой гребень. Кто его найдет, с тем я и проведу вечер. Хочешь тоже поискать? Что за бред? Я найду гребень. Вот увидишь. Он должен быть где-то поблизости. Привет, когда стрипа поедем в банк. А, ща будет. Да просто тут одну миссию надо сделать. Я тут уже 40 минут, блядь, сижу и не могу. А вот это, походу, это место. Это тяжелая миссия. Она тяжелая, это просто я не знаю, где здесь север. Север на английском это как будет? Знаешь?
Что это за игра? Это Assassin's Creed Valhalla про викингов. Здесь тоже сериал про это. Кто хочет послушать сагу? Чтобы этот кому край процветал, нам нужен мир. Войны были всегда. Даже между богами. Мингар был юн. Эй, никто не хочет выпить со мной. И она живет, блядь, это Вильбур. А, север. Это север. Что? Саузерн, наверное. Саузерн? Что это Саузерн? Сауф? Типа С? Не, просто вот, Вельва живет в горах к северу от Форнбурга. Это Вельва? Кто такая? Как улов? Скверный. Совсем не клюет. Норвежка? Слишком много нынче лодок до судов. Сидеть с удочкой слишком скучно. Этот, лучше взять гугли, лук да попытать удачи. Стрелять в рыбу из лука? Вот это мы. Ну, просто надо найти эту вельву. Они не показывают, типа, что делать. Эй, Текла, как твой мед? Альвис говорит, вышло слишком. Не, это Текла. Войны были всегда. Даже между богами. Когда Мингар был юн, в Асгарде царил. Это я не знаю. Ах ты, блядь. Второй допил. Надеешься выпить столько же, сколько я? Не огорчайся. Большинство этих бакраутов давно валялись бы под столом. Выпьем, друзья, и повеселим богов. Ладно, Текла, я тебя перепью. Эй, никто не хочет выпить со мной. Выпьем, друзья, и повеселим богов. Эй, никто не хочет выпить со мной. Окей. Выпьем, друзья, и повеселим богов. Yes.
Вот это север. Здесь она где-то должна. Вон там север. А северное сияние, блядь. Север Норс, да, я знаю, я вот туда иду. Просто они, блин, не поставили здесь, а этот. Хотя бы стрелки бы показывали, куда идти, чтобы легче было. Просто я застрял на миссии. Окей. Ну и типа что? Ну вот север, да, у меня там тоже галочка. И по-другому есть. Как здесь пройти, бля? Не, ну и игра не из легких, если они не показывают, куда бежать. Где по дороге может быть? Я отдаляюсь от севера. Карах она живет, сказали. Не знаю, кто ли вас живет. Это место, я помню, тут походу. Бей, можешь бить миссию там в Ютубе вот это? Там на русском надо написать местоположение Вельвы, первая миссия. Вельва, сори. Что-то мне просто надо эту миссию, дела семейные сделать. Что это 571 метр? Меня хочешь? Бомбу.
Он туда показывает, она живет в горах. Где именно она живет, боже? Я поднимусь, не дай бог она не тут. Да, но я не знаю, как, где она живет, серьезно. Горах, она живет в горах. Прыгнуть можно? Я умру? Да, да, умираю. Прыгать лучше не стоит. Твоя Эйра быстро растет. Быстро, да не сильно. Малый рот. Да. Нет, короче, мне надо вбить эту миссию сделать, а то я тут сколько застрял. Я его
кто здесь? О, походу. Так. Фак. Сука. Походу я нашел. Ой, блядь, сори. Я понял. Так, мне нужна лошадь.
если я буду залазить 200 с чем-то метров, это будет долго просто. Хамурам. Хамурам. Волк. Игорь Рыжаков, здорово, Игорь. Слышать лишь в тишине. Хамурам. Хамурам, Игорь. Хамурам. Свала. Это хвала и приветствие. О, древние, я взываю к вам, услышьте же, великий Один и Фрейя. Благодарю вас за дар Сейда. Благодарность и награда. Эйвор, давно не виделись. Жаль, что привело тебя ко мне? Я пришла за советом. Для себя, не для клана. Подойди. Что с твоей матерью? Разум ее слаб. Она говорит с духами. Боюсь ей не пережить зимы. Но с ней я. Теперь рассказывай ты. Мне было видение. Очень ясное. Может, просто наваждение из-за жажды битвы или от холода, но... Расскажи мне. Спустя 17 лет я нашла отцовский топор. Когда я вновь коснулась его, я увидела... Там был волк, свирепый зверь. Потом явился он. Седобородый, одноглазый, в плаще. Он звал меня с собой. А, высокий. Он зовет тебя. Возможно, хочет поговорить, передать послание. Алена. Только Сейд может прояснить твой разум и распутать нити, я тут, оплетающие его. Ты там ассасина стримишь? Я быстро управлюсь. Да. Пока ты пойдешь. Чё? Я говорю, когда пойдешь? Сейчас я вот сделаю вот две вот эти миссии. Давай. Говори. Что ты варишь? Зелье, чтобы отпустить твою хук и распутать короче мысли. Это будет подобно сну. И ты отправишься чё в мир грез. Грёзы мой иногда Макс сбивают с толку. Но постарайся всё запомнить. Сидел, да, в Рика больше. У меня так кто тут сидел. Кей. А. Я... Если хочешь проникнуть. Боже, я 40 минут искал, где вот эта валка сидит. И просто надо было на карту нажать. Галочку поставить, чтобы мне показывало, броня, куда ехать. Могу. На лошади. Я сегодня этот Сауга броню опять сделал. Да, хорош. Сюда кинул грену, убил чувака хедшотом и fucking shit раз грена это уже взорвал. И засчитал броню Сауга. Что это все белое? Опа. Здравствуйте. Никаких видений. Ничего. Да, тормози тут. Хави! О, понял. Хави! Хави! Я оказалась среди мертвых. Так горящий ебаный. Тащик был с гранатом. Нормально что? Сигурд. Сигурд! Братец мой! Когда ты прибыл? Да стой, стой! Смотри, у нас сейчас... Что-то ГПшки улетают, улетают. Вот их тратишь, блядь.
Все. А, отвечаешь. А чё так? Чё там деревья? Что это? Так, подожди, вчера, ну, вчера было этот, 800 тысяч. Вот он входит, как робот. Сегодня уже осталось 740. Как из фильма ужасов или что-то. Да, 740. Все предрешено! Сигурд! Паня пидорас уехал, блядь. Опа! Привет, Сигурд потерял руку. Куда? Пяс, блядь, свой. Сигурд! Что? Что случилось? Это не для тебя. Что происходит? Что ты прыгнуть хочешь? Как ты прыгнуть? Нет! А, это же Рагнарёк, волк. Блин, у меня, видимо, аксессуар закончился. Что закончился? Аксессуар. Не показало, что я попал. Спокойно, Эйвор. Чувака. Это я, Валка. Я здесь. Боги, я думала... Что там, блядь? Что случилось? А, я. Расскажи мне всё. Я тогда тебя буду сейчас бить. Я взбиралась на вершину горы вслед за волком. И там бушевала снежная буря. Угу. Оп. Сука. Я ебать так-то заряженный. Пиздец. Там был... Я думаю, я нахуй сегодня часов нахуя буду играть. Меня звал Волк. Мне показалось, что Волк звал меня. Как будто хотел, чтобы я шла за ним. Ты сестра Волка. И будешь всю жизнь носить его метку. Волк может означать твои устремления или страх. Оп! Ебанись. Там был Один. А норны пряли нити судьбы и наблюдали. Как налетят свои сейчас. О, ба, нихуя стрим. Они показывали дорогу. Посмотрим. Твою жизнь, твой путь. Что ждет впереди? Заколотили траву. Бля, опять брусья сделал, ебать. Я видела врата чертога Одина для героев. Бля, прикольно. Врата открылись. Тени Вальгаллы. Тебе суждено туда попасть. Блин. Не знаю, что еще сказать. Все, что я помню, как в тумане. Ты добралась до вершины горы? Лобщаная буря, да. Добралась. Там был Сигурд. Он был ранен. И лишился правой руки. Потом появился ужасный волк. Размером с дракона. Он глядел на меня, а затем напал. И я очнулась. Боги благоволят тебе. Так было всегда. Да, я на узумом. Ты добьешься славы и заслужишь место в Вальгалле. Но в видении есть недобрые знаки. Отрубленная рука, ты Глеб? След привет, крови, привет, привет. Зверь. Ты предашь своего брата. Настя, Настя и Глеб, блядь. Вот Глеб, что я означает понял, видение. Не может это быть. Койоты. Я никогда не предам Сигурда. Да, он ведь мой брат, моя семья. Норны сами поведали тебе об этом. Нет, это неправда. Или ты все не так поняла? Этого не будет. Я не знаю, ты там предашь. 9000, по-моему, битрейта стоит. Сколько поставить? Один боролся с судьбой. Это возможно. Я немножко сделал. У меня так какие лаги были, ё-моё. Что на стриме, что в игре, блин. Ой, пизда мне.
Карта эти дорога. Бля, Настя с Хабара, блядь. Настя, африканская 152, ебать. Я же какой крутой, ебать, в рот. А, вот он. А! Вчера этот бегал в беретке. С кем-то пу-пу-пу. Попробуй побольше просто. Надо, блядь, запросить. Бедняком, ёбаный, в рот идти. А, ну давай, Макс, давай, давай. С кем там разговариваешь? Да, там, ёбаный. Боже, я все еще не верю, то, что я 40 минут на это потратил, блядь. О, блядь. О, здорово, пацаны. Ты только сейчас скинул этот. У тебя же там ложка вроде была. Или вилка. Да я, блядь. Нет, я сорлот сделал. Качество настроить, блядь. Я тебе в тихе потом позвоню, Глеб, потому что поможешь мне качество сделать. Я потому что вообще ебал в рот эту АБС, блядь. Я пока непонятно, блядь, это же не поработал. А, ну да, 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 маска нам, конечно. А ты мне маску сбил? Должно быть, они закончили. Конунг велел подать лучший мед. Значит, разговор окончен. Теперь можно заходить. Я готова к буре, что меня ждет. Пойду к Конунгу сейчас. Да, 21 килл, охуенно не спадаешь. Конунг Стюрберн. Я передам твои слова племяннику. Думаю, он оценит мудрость. Что ж, я на это надеюсь. И мы? Пусть тебе... Пусть тебе благоволят ветра, Виктор. Куда стрелял, хуй пойми. Я стрелял вообще в типа, который с тобой стоял, блядь. Как она стоит и ждет его. Подойди, Эйвор, и объясни мне... Почему же ты ослушалась моих приказов? Потому что это насмешка. Не насмешка, Конунг. Я лишь хотела, чтобы ты дал отпор врагам, услышал голос разума. Ты ничего не знаешь о моем разуме. Я вроде... Как и о моих замыслах и стратегии. Сигурд бы меня понял. Я вообще не могу играть. Может, ты так, чаек на Люба быстрому? Так я вчера играл. Он знает свое место. Ну не попадаю вообще. Не так хорошо, как знает отца. Взял читак, так, блин, залетело. Представь, что тебе угрожает враг, чье войско значительно превосходит числом твое. Какая польза от войны? Не лучше ли избрать путь переговоров и поискать себе союзников? Да, это оттуда он, да. Дождаться, пока перевес окажется на нашей стороне. А прям победа у нас в руках. Стрельнул. Так. У нас нет союзников, нельзя вести себе бери. Блин, тут... А у нас разве есть союзники? Да? Или это лишь оправдание? Аминки! Самонадеянность ослепляет тебя, нет, Эйвор. Нет, 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 я день и ночь ищу союзников на севере. Да. Скоро ты увидишь плоды моих Альтеза трудов. Это, братан. Только тогда ты поймешь. Я сделаю последнюю миссию, потом все? Я пойду. О том. Я в растерянности, Эйвор. Взяв тебя в свой дом, я и не думал, что дочь Варина может вырасти столь непочтительной. Твой отец был верен мне. Он был справедлив. Он и умер, чтобы было, могли жить все мы. Он умер как трус, Конунг. Со мной такого не случится. Зачем ты носишь на плечах такое бремя? Оставь прошлое. Думай только о будущем. О победах, которые ждут тебя. Моя честь запятнана. Труса. Я не могу думать ни о чем другом. А, здесь будем? Ну, не знаю. Я не стану больше бередить эту рану. Ну, давай еще. Но если что-нибудь может разогнать так я кого-нибудь зарежу? В твоих мыслях. Сигурд прибыл. Так, его корабль уже у причала. Читачок. Сигурд, я иду помпси. Карабан.
Хотя Глеб нахуй, конечно, не переебал, вот чатер, блядь, какой-то. Прощение блудного сына. Новое задание. Просто когда Глеб делал. Ну, я думаю, все. Сохраним. Ёбаный позор. Необходимо продвинуть этот сюжет. Пипер. Ну, когда я плакал, то и начал. Боже мой, Эйвор! Сигурд! Смотри-ка, ты вся в крови, Дрэк! Что, сражалась без меня? Ах ты! Просоленный викинг! Русалку. Твоя борода пропахла дюжиной королевств! Я только начал! Рандви, жена моя! Твой муж вернулся. Да, нет, я смотрю. Привез дары и богатство для всех. Я нахуй хотел мониторы которая подключить, блядь, у меня нет провода. Да, Басим и Хайсон. Встретил их в Миклагарде. Потому что в видюхе они открыли ёбан, мне его тайну. А, это ассасины старые. Мы благодарны Сигурду за приглашение. Вот это угаш. Хотим почтить вашего кона. Мой брат всегда тщательно выбирает себе спутников. Если он доверяет вам, то вы ему по нраву. Эйвор. Че ты двигаешься? Оставь это на потом, когда набьем животы. Пойду к отцу. Расскажу ему все. Мы торговали с людьми, чей корабль шел на юг. Я уже радостный. Они сказали, что Эйвор, сестру Волка, схватили люди к Йотве. Сохранить? Ой, блядь, невольшот. Да, новое сохранение. А, кстати, где, кстати, что-то эти... Сохранение. Перезаписать сохраненную игру. Перезапись, все. Я в ваши респи стреляю. Из игры.